10 июня, это также ранний срок сева, 5 апреля. Сорт Ликомера, только естественный фон, ну то есть здесь не вносились удобрения. Здесь разные нормы высева. 6 миллионов. Небольшой колос уже выброшен. Колосок небольшой. Цветет. 6 миллионов. 5. 4. 4. 4 миллиона. Ну, есть вот такие вот пятна, где, естественно, пшеница страдает. Потому что все же в поле присутствует пестрота плодородия. 3 миллиона. И 2 миллиона. 2 миллиона. Естественный фон. Ранний срок сева. Естественно, разница от участка, где есть удобрения, где их нет, она просто колоссальная, потому что там все закрыто вегетативной массой, а здесь, независимо от нормы высева, можно сказать, ты видишь землю, то есть посев выглядит как-то редко. Ну, посмотрим, как будет развиваться. В целом, погода в этом году достаточно благоприятная. Поэтому, наверное, и фазы быстро проходят.